Часто удачная идея, которая может превратиться в прибыльный проект, умирает, поскольку не имеет материальной поддержки. Помощь могут оказать бизнес-ангелы. Это люди, выделяющие средства на рисковые проекты с выгодой для себя, поскольку сначала бизнес, а потом уже ангелы. Бизнес-ангелы являются независимыми инвесторами, вкладывающими деньги в проекты на стадии идеи. Они помогают, когда компания лишь начинает работать, до получения кредитов и инвестиций от банков и венчурных фондов. Их цель – реинвестировать полученный доход, повысить стоимость компании и реализовать свою долю, повысив начальное вложение многократно. Основная часть проектов, в которые инвестируют ангелы – это новые технологии. Суммы вложений могут быть самые разные. Несмотря на риски, подобное инвестирование является наиболее высокодоходным. Бизнес-ангелы, кроме средств, вкладывают опыт, знания и связи. Они бывают корпоративные, предпринимательские, энтузиасты, микроуправляющие и профессиональные. Бизнес-ангелы финансируют высокорисковые компании с большим потенциалом на начальной стадии развития. Они выбирают небольшое финансирование для запуска предприятий, оказавшихся в акционерном провале. Средства вкладываются во все сферы, но больше всего их привлекает высокий потенциал роста. Они предоставляют более дешевое финансирование. Бизнес-ангелы – это полезные инвесторы, которые применяют собственные знания и выбирают, как правило, местные инвестиции, чтобы непосредственно участвовать в управлении предприятием. Финансовый рынок ангелов разбросан географически. Их финансирование положительно влияет на компанию, так как делает ее более привлекательной для других финансистов. Кроме этого, они предоставляют кредитные гарантии. Бизнес-ангелы не боятся вкладываться в технологичные компании, которым изначально присущ большой риск. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.